Ну, я позитивно отношусь к тому, чтобы разогнать это правительство, но проблема, где господин Путин возьмет новое правительство. Ведь скамейка запасных у него там вот буквально 10-15-20 человек и все. Новых там у него нет в команде. Все старые, тасовать те же самые, но вместо Медведя, там, не знаю, Шойгу или кого-то, еще, но это все те же самые кадры. И они будут проводить ту самую политику, которую проводили до этого. Потому что ведь не Медведев же формирует политику, формирует ее Путин. А от перемен мест слагаемых, кто там будет премьер-министром, ничего не изменится. Поэтому, да, она может измениться, политика, если уйдет Путин. После этого действительно можно ждать, что-то изменится. Но реально, даже если отставят Медведева, но это ни к чему не приведет.